27 января губернатор Игорь Руденя побывал с инспекционной поездкой в музей Салтыкова-Щедрина в Твери, который находится на реставрации. Здесь глава региона провел совещание о ходе ремонтных работ в учреждении. Городская усадьба, в которой Михаил Евграфович жил в период своего вице-губернаторства, относится к объектам культурного наследия. Музей Салтыкова-Щедрина – первый монографический музей в России, открыт в здании особняка в 1976 году. Несколько лет назад в главном корпусе начались археологические, проектные и реставрационные работы. Их результаты внимательно проинспектировал Игорь Руденя. Губернатор подчеркнул, при реставрации необходимо сохранить элементы архитектуры XIX века, воссоздать все пространство в едином стиле, отражающем историю того времени. Также надо продумать благоустройство прилегающей территории. Глава региона поручил разработать концепцию развития музейного комплекса в целом. Совершенно очень важная задача – создать культурно-историческое пространство на территории города Твери, которое бы в полной мере дало возможность людям ознакомиться с образом жизни наших великих людей, которые работали и жили на территории исторического центра города Твери. В нынешнем году планируется завершить ремонт в главном корпусе, каретном сарае и восточном флигеле усадьбы. В последнем, согласно проекту, будет расположено хранилище фондов редких книг. После окончания реставрации в музее планируется проводить сменные выставки, научные конференции, литературно-музыкальные концерты, встречи с интересными людьми. Посещаемость музея таким образом планируется довести до 20 500 человек ежегодно.